Я приехал в Сан-Пауло несколько недель назад. Я нашел тебе работу, Макс. Работу, которую может выполнить только такой парень, как ты. Я больше не коп. Я работал телохранителем людей, которым нужна защита в таком городе. Это Сан-Пауло, братец. Здесь можно повеселиться, потратить деньги, но держись подальше от проблем. Весело не было. Но я даже не подозревал, что может случиться потом. Девушку похитили бандиты. Мы всегда были мишенями, и он знает это. И вот я снова попал в переплет, защищая одну девушку. Вокруг меня развернулся настоящий ад. Макс Пейн 3. В марте 2012-го. Перевод и озвучание сайта gamebomb.ru.